В день памяти преподобного Серафима Саровского архиепископ Южно-Сахалинский Курильский Тихон возглавил всеночное бдение в Серафимовском храме города Анива. Об архиерейской службе в сюжете наших коллег. 1 августа Святая Церковь чтит память одного из величайших угодников Божьих, преподобного Серафима Саровского. Накануне праздника владыка Тихон посетил новопостроенный храм, который носит имя преподобного и находится в городе Анива. Архипастырь возглавил всеночное бдение в сослужении клириков епархии. Владыка лично совершил помазывание, после чего обратился к молящимся со словами проповеди. Основная программа церкви – благовествовать о том, что у нас есть Спаситель, что Спаситель пришел во плоти на землю, и с этим Богом мы можем здесь, на земле, вступить в общение, в которое и вступил преподобный Серафим Саровский. Божественную литургию владыка возглавил в алтаре строящегося кафедрального собора. Скоро собор освятят, и вход в алтарь будет воспрещен. Поэтому для молящихся это была едва ли не единственная возможность побывать здесь. В 1903 году совершилось прославление преподобного в лике святых. 19 июля, в день рождения святого Серафима, с великим торжеством были открыты его честные мощи и помещены в приготовленную гробницу. Долгожданное событие сопровождалось многими чудесными исцелениями больных. Информационно-аналитический отдел Южно-Сахалинской и Курильской епархии. Специально для телеканала «Союз».